Самая красивая в тундре птица – сова. Правда? А ты хочешь знать, почему она так противно кричит? Так слушай. Было это очень давно, тогда северное сияние пело. Только ночь настанет, мороз покрепчает, оно поет. Красиво пело, да слушать его некому было. Ночью все живое спит, а птицы в ту пору совсем голоса не имели. Сова Анипа завистлива была, направилась она к людям. Летит, сама с собой разговаривает. Люди огонь выдумали, луки сделали, ножи смастерили. Умные они, все умеют, песни громко поют. Вот у них-то я и поучусь. Подлетела сова Анипа к самой богатой Яранге, села, слушает. Жил в этой Яранге шаман, в то время он как раз колдовал. Бубен бил, приплясывал, размахивал руками и хрипло выкрикивал. Гук, гук, гук. Обрадовалась Анипа, захлопала крыльями, запрыгала на месте и давай петь. Так с той поры ничего другого сова крикнуть и не может.